Традиционный парад на Елисейских полях, высокий иностранный гость, концерты и салют в большинстве городов. Все атрибуты праздника в наличии. Но все же в этом году день взятия Бастилии, который пришелся на период социальной турбулентности во Франции, проходит в иной атмосфере. Правительство намерено предотвратить повторение погромов двухнедельной давности. На протяжении выходных по всей стране будут мобилизованы 130 тысяч полицейских и жандармов. C'est une fête que nul ne doit pouvoir gâcher, sous quelque prétexte que ce soit. La violence n'a aucune place, je dis bien aucune, dans notre société. Почетным гостем праздничных мероприятий стал индийский премьер Нарендра Моди. Визит приурочен 25-летию подписания соглашения о стратегическом партнерстве Парижа и Нью-Дели. В параде принимают участие индийские солдаты и летчики. В то же время приезд ключевого партнера вызвал недовольство некоторых НПО. Правозащитники обвиняют Моди в преследовании национальных и религиозных меньшинств у себя на родине.